Глава государства принял председателя Совета директоров корпорации СНП Сван Линя. Президент Казахстана высоко оценил поступательное развитие добрососедских казахстанско-китайских отношений, отметив вклад СНП в социально-экономическое развитие страны. Компания СНП присутствует как в нефтедобыче, так и в сферах переработки, транспортировки углеводородов. Проекты, которые осуществляет ваша корпорация, играют очень важную роль в экономике Казахстана, отметил Касым Жомарт Токаев. Президент поставил перед руководством СНП ряд задач, связанных с повышением заработной платы казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в соответствии с выплатами иностранным сотрудникам, а также увеличением доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг. Ван Линь поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку и выразил полное понимание поставленных перед компанией задач, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества,